По микрорайону Б дым стелится по всем центрам. Улица Почтовой, Карла Маркса, Мальцева. То есть фактически весь центр города покрыт дымами. Видимо, не, конечно, не от одной точки, а от многочисленных точек, находящихся на территории города, которые жгут сырую древесину, отходы лесопроизводства, и по этому городу дышать нечем. Вот видите, как туман висит? Сейчас очень хорошо видно. Практически на высоте 4-5 метров весь город покрыт смогом, дымом, с ярко выраженным запахом горения деревянных изделий, древесины. Смог покрывает весь центр Жуковки и микрорайон Б. Дым стелится между деревьями, даже он ниже, чем деревья, смог. Видите? Везде смог висит. Весь горизонт в дыму. Очень хорошо под фонарями видно, что все, задымленность идет. Вот мы в самом центре улицы Почтовой. Задымленность очень сильная. С окраин с лесопроизводств дым проникает в центр города и дает людям дышать, особо тяжело астматикам, больным людям. Все в дыму. Естественно, если у нас чиновник в экологии, а все есть, чем они занимаются, если людям дышать нечем, они не обращают на это внимания. Видите, какой дым висит в городе? И запах горённой древесины. Что город задыхается в дыму. Находимся в районе вокзала, тоже все покрыто дымами. Воздух пахнет горелыми ветками, древесиной. Все в дыму. Как на улице, так и над вокзалом. Дым висит над всем городом. Хорошо видно, когда едет машина, в фарах дым очень хорошо виден, что везде дым. То есть Жуковка тонет в дыму. Над вокзалом то же самое. Задымленность на всей территории населенного пункта идет. Все в синем дыму. Сейчас очень хорошо, вон путями видно, что все покрыто синим дымом на многие километры. Весь центр города. Это не туман, это вонючий дым, смог по-английски называется. Смог над Жуковкой. И за линию уже не пойдем, хорошо видно, смотрите, все в белом дыму. Город покрыт дымами, многочисленными. И в сторону Брянска то же самое, и в сторону Смоленска весь город окутан дымом. Водить надо быть осторожным, видим, все низко. Видите, все в дыму. Видимость плохая. Все мутно. Все в дымах.
Жители микрорайона Б жалуются уже несколько лет, что дым от деревообрабатывающих предприятий ежедневно ветром дуется в район больших домов. Вот видите, тут пятиэтажный микрорайон. Дым идет на эти дома, систематически идет задымление. Пахнет дымом везде. Дым поступает вот откуда. С трубы еще откуда-то. Что дым на микрорайоне Б. А дальше множество жилых домов. Самый населенный микрорайон города Жуковки Б из пятиэтажных домов состоит. Дым идет всем в окна.